Так, сшили нам сумочку. Первый тестовый образец из очень прочной такой ткани. Так мы ее растянули на раме. Попробовали тут тонкие ремешки, широкие ремешки. Пока вот непонятно, куда вот это все заправлять, потому что оно вот так вот висит. Не придумали, короче, если на липучку, просто это все будет пачкаться. Пока вот просто сюда куда-то. Потом, может быть, другие будут какие-то вот такие крепления. Вот, пока просто тестируем. Вот в этом месте надо было вот так прошивать. Вот сюда. Потому что сейчас она внутрь зашита, видите, начинает ее отрывать в этом месте. Вот клапан на липучке. Липучка не до конца, надо вот сюда какую-то заклепочку сделать. Или пуговку, чтобы она не открывалась. Вот так вот это выглядит. То есть достаточно такая мощная, надежная сумка. Килограмм на 10 сейчас не аккумулятор висит. Вот, так что принимаем заказы. Можем сделать любого цвета, с любыми нашивками, любые ремешки. А пока будем тестировать, смотреть, как это выйдет.